Один из двух бежавших из суда в Хинчхешт молодых людей задержан. Информацию подтвердил пресс-секретарь районной полиции. Кроме того, правоохранители вышли на след второго парня. Напомним, что двое обвиняемых в совершении ряда краж во вторник сбежали из суда в Хинчхешт. Полицейские доставили их туда на заседание из тюрьмы номер 13 в Кишиневе. В тот же день правоохранители опубликовали фотографии беглецов с просьбой о помощи в розыске. Об остающемся на свободе известно, как он был одет в белую футболку, черные шорты, на ногах черные ботинки. Те, кто располагает информацию о местонахождении молодого человека, просят позвонить по номеру телефона 061-3060. Теперь молодым людям грозит еще и наказание за побег.